Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или уже находитесь там? В любом случае стоит подготовиться. Привет, меня зовут Энира. И это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constanta, посвященных правам иностранных граждан в Беларуси. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация. И мы готовы вам помочь. Сегодня я расскажу вам про особенности и условия депортации из Республики Беларусь. Вы зарегистрировались в Беларуси, возможно, трудоустроились, получили вид на жительство, медицинскую страховку. Про это вы можете посмотреть наши предыдущие ролики. А что дальше? Итак, что необходимо знать иностранцу об условиях депортации из Беларуси? Иностранцы в Беларуси должны соблюдать белорусскую конституцию и национальное законодательство. За совершение определенных административных правонарушений, например, незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима, иные нарушения, иностранец может быть депортирован из Беларуси. Решение о депортации может быть принято судом, органом пограничной службы, органом внутренних дел, органом государственной безопасности. Депортация влечет за собой сокращение срока визы, аннулирование разрешения на временное проживание или постоянное проживание в Беларуси. Также вам могут установить запрет на въезд в Беларусь на срок от 6 месяцев до 5 лет и внести в список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен. Куда вас могут депортировать? В государство вашей гражданской принадлежности, в государство обычного места жительства, в государство, с территории которого вы прибыли в Беларусь, или в государство, изъявившее желание вас принять или ходатайствующее о вашей выдаче. Если в отношении вас принято решение о принудительной депортации, то с санкцией прокурора вы можете быть задержаны на срок, необходимый для исполнения депортации. Вы также можете обратиться с ходатайством о предоставлении вам права добровольно и за счет своих средств покинуть Республику Беларусь. Иногда это ускоряет процесс депортации. За трое суток до выезда вы обязаны проинформировать орган, принявший решение о вашей депортации. Если вас все-таки задержали и депортируют в принудительном порядке, то процесс вашего выдворения организовывается белорусскими государственными органами. При необходимости оформляется транзитная виза, выездная виза из Беларуси, иные проездные документы. Расходы на вашу депортацию, например, покупка билетов, услуги переводчика, вам придется оплатить самостоятельно. После оформления всех документов вас конвоируют до государственной границы или самолета. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в нашу общественную приемную по электронной почте или по телефону. А мы продолжим информировать вас про то, как легально находиться в Беларуси и о ваших правах. Более детально с информацией о правах иностранных граждан в Беларуси вы можете ознакомиться на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях. Удачи!